машина «Великан», так с гордостью называет уникальный роторный экскаватор машинист Леонид Ресельчук, легко управляющий этим землеройным гигантом. Диаметр ротора 11,5 метров. За один час этот исполин срезает более 3000 кубометров грунта и с помощью отвально-транспортного моста перемещает его на 1/4 километра. Могучий агрегат, достойный образец техники семилетки, создан рабочими инженерами Новокраматорского машиностроительного завода. Новый роторный экскаватор трудится на скрышных работах в тресте Никополь-Марганец на Украине.